Всем привет! С вами Олег Ратов. Мы сегодня немножко поговорим о аграрных работах. Мы приехали в сад, который будем накрывать пленками, которым уже дозрел практически виноград, чтобы он не испортился, чтобы случайно не пошел дождь, не намок, потому что если намокнет, пойдет дождь, напьется много воды, начнет гнить. И для этого его накрывают такими вот пленками большими, огромными пленками. Значит, начинается работа с того, что мы готовые сложенные пленки раскидываем по рядам сада. Значит, где-то метров 7 имеет каждая пленка. Приблизительно на глаз мы уже знаем, какой она длины, и в таком порядке их разбрасываем. Вот, так и потихоньку раскидываем все остальные ряды. Итак, сейчас покажу, как забрасывают пленку наверх. Так вот закинули. Она сложена в виде гармошечки. Раскрываем один, находим один конец данной пленки. Ее растягиваем, смотрим, под каким углом идет первая пленка. Если идет под наклоном, значит, ее надо запустить под низ, чтобы вода стекала на вторую пленку, чтобы не затекала внутрь. Завязывается вот эта вот вся система таким очень быстрым узликом, который потом не развязывается. Фиксируем ее здесь. И потом обратно находим другой конец пленки и легким движением руки растягиваем ее по всей длине. Вот так вот. Растягиваем и завязываем. После этого сзади идут уже другие люди или те же самые, сколько человек это все дело делает. И завязываем все остальные веревки. На веревке, на одной такой пленке, где-то 22 веревочки. С одной стороны, с двух сторон, по-моему. Да, 12 с одной, 22, 24 веревочки. Значит, пока... Сейчас покажу так вот немножко, как завязываем веревку. Я люблю пью хамела, и она эти держим здесь через внутрь, и все, и она уже никуда не девается. А потом, когда будем собирать по ней, просто тянем за вот эту вот кончик, пам, и все, и она развязывается. Вот, значит, такая вот процедура по накрытию виноградников. Да, где-то как-то так. Итак, все. Всем спасибо, что просмотрели видео. Кто просмотрел, кому понравилось, кому интересно, ставим лайки. Кому нет, ничего не ставим. До скорых встреч. Ждите моих следующих роликов на моем канале. Вот. Всем пока!